вот так вот весь день. Дети пробежали, собака лает. Чужая собака пробежала, собака лает. Это же ужас какой-то. И вот так вот, не знаю, все-таки наш дом далековато. Но рядом следующий дом. Как люди живут там, я вообще не пойму. Или они уже привыкли к этому лаю. Но это же невозможно. Пусть простят меня собачники, но вот такое слушать изо дня в день, с утра до вечера, это вообще невозможно. О, да, собака, точно. Сейчас вот можно будет посмотреть. Вон ребятишки пошли, и собака с ними. Вон около помойки бегает. И пока она не уйдет отсюда, собака будет лаять. А она, наверное, обосновалась надолго. Вон сколько много вкусняшек на помойке. А нет, побежала. Все, замолчала. Это уже ужас какой-то. И так вот у нас целый день с утра и до ночи.